അതേസമയം റഷ്യയുടെയും യുക്രൈൻ്റെയും പൗരന്മാർ ഒന്നാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. യുക്രൈൻ ഇന്ത്യക്കാരെ മനുഷ്യ കവചമാക്കുന്നു. റഷ്യൻ സേന മനുഷ്യത്വ ഇടനാഴി ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм. Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении.